Всем привет, меня зовут Виталий, и это второе мое видео по Майнкрафту. В нем я хочу вам показать свой мир. Начнем с дома. Комнатка у меня небольшая, но уютная. Вот. Пол я сделал шерстью, получилось как будто ковер. Ну, мне кажется, довольно неплохо выглядит. Сходим на чердак. Или на второй этаж. Тут у меня тоже кровать стоит. Это балкончик. Здесь тоже окно можно посмотреть. Ну, много, конечно, не посмотришь, но все. Здесь у меня подвал. Я его не достроил еще, потому что что-то лень мне. В той стороне будет бункер, а там я еще не знаю, что будет. Бункер не знаю для чего, просто подземную комнатку какую-то хочу сделать. Здесь уже вход. Ну вот, а здесь я еще не достроил. Да блин. Это мой большой крипер стоит. Сейчас мы на него посмотрим с высоты. Прорисовка мира далеко стоит, это хорошо. Тут вечно горящие камни горят, которые я принес из ада. Вот крипер стоит. Это моя ферма, на которой я выращиваю тростник и пшеницу. Там больше пока ничего нет, потому что я не знаю, что еще там можно вырастить. Потому что бамбук у меня там стоит. Там у меня площадка с испытаниями. Вот дом. Это свиноферма. Так, здесь портал в ад стоит. А это просто сигнальная башня. А вот рядом с сигнальной башней стоит шахта. Это дом, в котором хранятся растения, пшеница. Вот там идет железная дорога. Отсюда ее плохо видно. Вот она вот здесь вот так вот идет. И вот туда куда-то. Ну, сейчас мы по ней проедем. Сейчас посмотрим этот дом еще. Так, это у нас третий этаж, да. Сейчас спустимся на второй. Здесь увидим сейчас камин. Камин какой-то недостроенный. Ну ладно. Здесь, я так понимаю, кухня. Довольно неплохо сделано. Это дело не я, так что я тут первый раз хожу. Вот эта дорога идет. Так, ну ладно, сходим на ферму, потом можно в шахту сходить. Расскажу, как его делать, какой-нибудь из следующих частей. Просто я не хочу его ломать. Недавно построил. Так, вот ферма, тут свиньи. Тут ферма с растениями. Давно пшеницу не собирал, но у меня пока ее много. Здесь бесконечный источник у меня стоит. Мало ли понадобится. Вот в шахту идем. Так что у меня тут в печке ничего нет. На, стекло есть. Ну ладно, спускаем. А, вагонетка есть. Сейчас проедем по длинной дороге, которую я долго строил. Иногда попадаются на дороге зомби, но это редко.
Нога как-то ехал по дороге, и там крипер стоял. Вагонетка в него врезалась, и пришлось заново эту часть дороги строить. Ай, куда ты поехала? Заново. Тут у меня что в ящике? Ничего нет, замечательно. Да что ж я такой криворукий-то? Да ё-моё! А-а-а! Сейчас поставлю я это, автоматический рельс, чтобы по кнопке ехать. Надоела эта хрень уже. Сейчас, секундочку. Редстоун себе очень хорошо будет. Кнопка и кнопка есть. Замечательно. Сюда поставить кнопку, она работает и будет. Она работает замечательно. Так, теперь я забетонируем это, чтобы было не видно. Ах, хрен тут забетонируем. Ладно, сделаем вот так вот. Больше сделаем. Сейчас мы кнопку куда-нибудь поставим. А давайте даже ее сюда нельзя. А давайте сюда. Что, сюда что ли нельзя? Ах. Ставим ее сюда, ладно. Что-то туплю сегодня. Вот сейчас должно работать, по идее. Да, все работает. Теперь у меня не будет таких проблем. Поехали. Да, поехали. Все, поехали. Ух. Много времени потратил. Ну ладно. Рисовка. О, а вот и они. Надо приготовить меч на всякий случай. А может там мой сокровищница где-то, я там не проверял. Какая-то маленькая скорость, еще и не заедем. Да нет, заедем. Все нормально. Вот здесь уже выход на волю. Вроде ехать недолго, но строить очень долго было. А вот уже мой дома мои. Ух ты. Все изрыто. Да уж. Неплохо. Так, я не знаю. Что-то я. У меня это. Прорисовка мира была близко, я поэтому не видел дома. Шел по карте. Вот мы приехали. Так, помню. Привет, овца. Кстати, ты мне нужна. Вот уже и темнеет. Сейчас проедем площадку с питанием. Чтобы быстрее проезжать, ну и прикольно в то же время. Тут я еще ничего не делал, вагонетка так и ездит. Тут ездить больше не буду.
Ну вот, в принципе, вот такая. А вон самый сигнальный блок земли. Я строил большой столб такой, шириной в 1 метр. У меня лагать на себя жутко стало, я решил самый последний блок оставить. Ну, вот, в общем-то, и все. Спасибо, что смотрели. Следующая часть выйдет очень скоро.